Так. Мне надо вон туда. Приветствую. Только лучше. Удачного пути. Так, так, так. Подожди, давай, давай. Здравствуй. Чем могу помочь? Конечно. Вот этих вот купить. Купить. Удачи. Все. И улучшение надо сделать. Да? А, ну ладно. Ага, мне не хватает. У меня полно работы. Иди Эй, уже. Эй, бродяга. Конечно. Так, покупка, броня. Улучшим, блин, пистолет улучшить. Так, улучшение, улучшение. Давай-ка еще пистолет. Пока. Все. А кому железо-то материалы можно Иди продать? Уже. Что еще? Ну, давай глянем. Нет, нельзя. У меня полно работы. Кому-то что-то продать можно было, я не помню кому. Вот ей, по-моему, меня. Сейчас попробуем. Нужны вещички? Во. Конечно. Пока. Все, отлично. Чувак, пойдем. Удачи. Эй, ты. Пока. Так, я сделаю продолжение в следующей катке, ребята. Так что будет продолжение в следующей катке. Смотрите обязательно. Ну чё, погнали дальше. Перемещение. Чё, погнали дальше. Блин, я оружие свое прокачал. Так, нам не туда, нам и туда. Серьезно или что? Все, выход? Вау, оба-на, босс. Так, он знает, походу, что делать, да? Так, чувак, чувак, ты это, не помирай, охренеть. Давай, давай, беги. Помогай.
Он помер. Мы померли. Блин, это нереально. Охренеть, как сложно, да, здесь. Сейчас будем с ним валить босса, значит. Убить тень. Надо тень выслеживать, вон она. Как ты, зараза? Ёпс, ёпс, ёп. Давай, 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 давай. Успевай. Отлично, сзади. Давай. Да откуда он? А ты зараза. Да блин. Help me, чувак, help me. Поможет, да? Сейчас он дойдет, бежит. Да ладно, и мы вдвоем с ним померли. Охренеть, это как так сделано, хитро, блин. Капец, блин. Надо перезарядиться. Понял. На бинтике. Оп. Опа. Давай, давай, кью, хват, давай. Блин, вот черный появляется, надо сразу отбегать, прыгать. А что, я один что ли остался? Нет, чувак, он со мной еще играет. Оп. Вот как? Я не могу вот понять. Все, блин, опять у меня здоровья нету. Зараза. Надо постоянно стрелять, прыгать, прыгнул. Вот как он делает, да, все правильно. Смотри, не подпускает она его ко мне, блин. Спасибо, спасибо, спасибо. Прыгай, 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 прыгай. Надо перезарядиться.
Зараза! У меня патроны кончились. Стреляй, блядь! Чизы! Прыгай! Отпрыгивай, отлично. Где она, тень? Надо не стоять на месте прям. Нелегко. Эту тень надо с этого валить. Где я не вижу его. Вот звук появляется сразу, прыгай, прыгай, прям вот это. На будущее кто будет проходить. Проще этого босса валить, короче, с кулака. Ой, с кувалды этой. Вот звук появляется. Вот, опять. Вот опять звук появляется. Оп, все, я понял уже. Сейчас поможем, чувак. Есть. Боже, прям. Охренеть, босса завалили, блин. Мы красавчики с ним. Я даже слегка вспотел. Так, где выход-то? Надо наверх идти. А, рюкзак забит. Так, таланта. У меня есть одно очко. Для улучшения прокачаем стойкость. Охренеть, блин, чуваки, мы босса завалили. А вон и вход там, по-моему. А вон и контрольная точка есть.
Пойдем в блок 13. Охренеть, блин, босса уничтожили. Не, ребят, одному сложно, надо где-то в компании реально играть. Ладно, вот ко мне неизвестный чувачок зашел. Мне помог. Я бы не знаю, что бы я делаю. Что еще? Ну ладно. Так, он пока здесь. А, рад тебя видеть. Что тебе нужно? О, можно оружие всё, новое. Закончили. Иди уже. Выстрел, обойма 2. Обойма 9. Так, что, купить, что ли? Ага, здесь ничего нельзя покупать. Оружие, покупки, броня. Броня, броня, броня. Вон броню купить. Плащ купил и улучшение. Блин, вот... Меч, 57 урона, да? А вот там. Так, оружие. Не. Две обоймы. Давай-ка, 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 прокачаем оружие, дробовик. А чё, всё? Нельзя улучшать, что ли? А, железо надо, блин, а я железо всё продал. Тогда купим, купим. Береги себя. А, рад тебя видеть. Что тебе нужно? Сейчас посмотрим здесь. Да? Ну, давай глянем. Пока. Вместе выпускает снаряд в месте попадания, которого появляется растение. Приманка растения имеет 230 здоровья и заставляет врагов атаковать себя длительность 10 секунд. Ага, иди уже. Так. А, у меня же на F можно было использовать там вот эти супер типа удары. Так, а продать что, уже все нельзя? Так. О, а можно с ним нам как-то связаться? Управление, бой, взаимодействие, меню. Нет, нельзя. Ладно. Иди уже. Чувак, подожди меня, бегу к тебе. Так, перемещаемся в последнюю контрольную точку, да. Блин, надо не забывать на F, вот у меня
Там, типа, у оружия улучшение. Им, типа, юзать можно. Вот, типа, хоба. Это восстанавливает здоровье. Верти лед. Вертись и вокруг. Так, куда нам теперь надо-то? Нам, типа, надо, наверное, обратно. Я так предполагаю, что нам надо обратно. Нет, вон он знает, походу. Пойду за ним. А, вон справа значок кулака у меня, типа, увеличивается. Кулак, значок, это типа суперспособность какая-то. Кто поет? Ага, вон лестница. Добрым людям я всегда рад. Заходи! Там мусорного зуба для тебя всегда открыт. Как говорил мамуля, миказы суказа. Зачем ты здесь? Поговорить? Ну да. Обычный старый мусорщик, живущий на краю света. А со старого вертолета удобно стрелять по корягам, если они сюда заявятся. Тут бывает одиноко, но тем ценнее. Становится хорошая компания. Ладно, так я тебя насмерть заговорю. У меня историй наберется с миллион. Но ты здесь явно по делу. Итак. Проще сказать, какие истории я не могу рассказать. Так, что там нравится нынешней молодежи? До мусорных псов мы были безумной восьмеркой, лучшими из добытчиков. Мы были везде, видели все, работающие аэропланы, коряги до небеса, а в ржавых местах чего мы только не видели. Древние изображения, огромные кристаллы, оружие и везде эти черты. Да вы коряги, везде. Один раз Корбин даже видел какого-то мальца за дверью, который спал и дышал при помощи машин. В это никто не верит.
Но это правда. Клянусь. Могу еще рассказать, если хочешь. Да нет. А, конечно. Заглядывай. Как дела? Найдет что рассказать? Я тут рагу приготовил. Хочешь немного? Коробка с боеприпасами. А у меня денег нет. А продать что я могу? Ничего. Темное дерево какое-то. Так. Повышает на 25%. Не. Осторожней там. Берегись, коряк. О, рагу такое аппетитное на вид. Ты глянь, прям как я люблю. Что, все использовал, что ли? Так, нам походу сюда куда-то надо. Так, пока тишина. Оба. Так, смотрим, что еще тут. Там что-то лежало желтенькое вот. Железо, оно нам пригодится. Куда нам надо? Где мы? Вот мы, нам туда походу надо. Блин, заюзал. Ё-моё. Уебаклан. Очко талантов дали. Так, работа в команде, прокачаем. Нет, нельзя наверх. Что, нельзя вообще никак? Блин, хотя бы чат был бы какой-нибудь.
Чата нету. Никакого. А, то, что он подбирает, то и мне идет. То, что я подбираю, ему идет, я понял. Все понятно. Прикрой меня! Так, а что у нас здесь есть? Мы здесь не смотрели. Может, здесь что-нибудь интересное лежит? Заначки какие-нибудь? Наверное, блин. Что-то ничего нету. Пустота. Ага, вон там что-то есть. Железо. Нелегко было. Вон там, блин, что-то лежит. Ну ладно. Здесь нет ничего. Здесь тоже пусто. Да ладно, что, серьезно? Фига, я не знал. Круто. Так, надо карту посмотреть. По-моему, нам надо вон туда. Нет, нам надо вон туда. Да. Нам надо туда. Стоп. Мы же здесь были, нет? А, это вот здесь вот мы... А, вот здесь вот вообще были. Вроде. Так, я вот здесь вот... Где я появился-то, ё-моё? Нам не сюда. Нам надо... Обратно. Обратно надо бежать. Так, и налево сейчас. То есть вон туда. Вон туда. На, нам... Оба. Бежим, бежим, бежим. Вот, уже метро. Вот он вход, скорее всего, в метро. Все, мы нашли вход.
Отлично. А вот и контрольная точка. Перемещение, вернуться в блок 13.